Всем привет, меня зовут Николай Антонов, и для вас я хочу прочитать свое стихотворение, которое называется «Пробуждение души». Мне ненавистно зло, но, впрочем, и доброта противна мне, и жизнь, что смерть, темнее ночи, когда душа в глубоком сне. Когда, желая пробуждения, вмиг осознания нищеты, душа, ища приобретения, смерть выбирает вместо тьмы. И сораспявшись с ним, кумиром, кому стремится все нутро, я воскресаю не для мира, я воскресаю для него. И в сердце утренней звездою свет воссияет, и тогда, как город виден над горою, так виден будет лик Христа. Всем спасибо.